Агрофирма Седек представляет томат Спрут Черри. Это среднеранний гибрид 100-105 дней вегетационного периода. Дает плоды массой 15-20 грамм, собранные в длинные кисти по 16-20 штук. Плотные, очень сладкие, как конфеты. Не растрескиваются и долго хранятся в свежем виде. Урожайность данного сорта от 6 до 8 килограмм на квадратный метр. Ценность гибрида в устойчивости к увяданию, вирусам, жаростойкости и длительном периоде плодоношения. Номер партии 6287, количество семян 0,3 грамма. Ноль три сотых грамма на весах.